Наверное, может, когда-нибудь появится лозунг «Блогеры всего мира, объединяйтесь». Мы прекрасно все понимаем про интернет. Даже лучше, позвольте вам сказать, лучше, чем значит, вы понимаете про Госдуму. У нас здесь представитель очень интересного видеоблога «Big Russian Boss». То есть у нас охват там чуть больше 2,5 миллионов людей. И это более-менее взрослые люди от 18 до 24 лет. Что такое наш блог, да? Вот Владимир Вольфовичу должно быть интересно, наверное, это интервью. Владимир Вольфовича приглашаю, конечно, как только у вас будет время, мы бы с радостью и с удовольствием сделали с вами интересный выпуск. Многие видеоблогеры, они просто думают, что вот, мы вас пригласим, но 200 тысяч дайте нам, и тогда мы как бы, тогда мы вас пригласим, а так нет. Да, ну, мы, если фигура интересная, важная, ну, какие нафиг деньги, ну, то есть, согласен, правда. Согласен с вами. У кого больше всего селфи в нашей стране? Больше всего, даже давайте, Лиза, а я считаю, что у меня больше всего. Вот а я посчитаем. Вообще селфи делаю очень редко. Я 2 дня назад или 3 выложила первые селфи за полгода. У меня больше 10 тысяч, у кого больше? Ни у кого? Я веду блог изначально о натуральной косметике, но постепенно это все перешло и в натуральные продукты, потому что люди очень интересуются составами. Если действительно техника так разовьется, что у нас у всех будет блог дома, и все будут, сидя дома, вот это вот вести обмен информацией, то мы тогда выходить из дома не будем. Что получится? Неподвижность, так сказать. Люди будут погибать. Давайте поаплодируем.